Смотрите, как падает снег. С Новым годом! Ну, в смысле, с наступающим, Екатеринбург. Сегодня в трех кинотеатрах премьер-зал пройдет премьера фильма екатеринбургского режиссера Василия Сигарева «Страна». Кстати, а как правильно название фильма? «Страна Оз» или «Страна», может быть, 03? А может, «Страна О-3»? Фильм снят в Екатеринбурге на 26-м кинотавре. Картина получила приз за лучший сценарий и приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон». Гости сегодняшнего дня – сам Василий Сигарев и актеры Гоша Куценко и Яна Троянова. Мне приходят первые смски. Гоша, позвони домой, не то, сейчас. Написано так: бля, просто ржу, Хиросима, это все. Смотрите кино, ходите в кинотеатры, но у меня на этом все. Еще увидимся. А как правильно название фильма, не будет ли продолжения? Продолжение точно не будет, потому что мы не елки. А правильное название — антиелки. «Страна ОС» — правильное название. Да. На самом деле, как хотите. С вами Яна Троянова и картина «Страна ОС» Василия Сигарева. Ну и, конечно, с наступающим. И с 3 декабря прокат начинается картины «Страна ОС». Приходите, приводите любимых, и мы вас тоже любим. Все, спасибо. Поздравляю Екатеринбург с премьерой «Страны ОС». Вы первые встречаете Новый год. Счастья, здоровья и мира нам, потому что без мира нету жизни на земле. Да.